Вон, смотри. Вот он сидит, сидит, сидит. Давай, да? В голову. А, он релогнулся. Да ладно. Второй сидит. Стреляй в голову. Ну, хорош. Зомби на тебе? Нет, 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 это вот здесь на кого-то, чё ж говорю. Больничка, кстати, закрыта, первый этаж. Где-то вот здесь вот. Вон, вижу, вижу, перебежал за больничку. Где этот? Сюда пошли, давай, в больничку. Где тюрьма? Ну да, в больничку побежали сейчас. Так, осторожненько. Что-то я его не вижу ни хрена. Либо он забежал уже в тюрьму, потому что задняя дверь что-то закрыта как раз, и там зомби где-то походу агрится. Так, я вышел, забрался, здесь все пусто, никого нету. А он случайно не на больничку, не на первый этаж? Подожди. Слышал? Нет. Кто-то перезаряжался. Слышу, кто-то базарит. Где-то рядом. Они где-то вот здесь спереди, что ли, теперь уже. Давай я их, если что, встречу. Я на крышу залез, на самую высокую. Подожди, ты сейчас здесь, это, на крыше? Нет, я на первом этаже. Блять. Бери, сука. А-а-а. Я убил его. Фух, успел. А-а-а. У него прицел, скорее всего, есть. Иди, поднимайся сюда быстрей. На крышу. Да. О, глобал кому-то. Ты сейчас открыл дверь? Нет, я поднимаюсь. Кто-то дверь открыл у нас. Так, я возле двери. Вот он, поднимается, кепка. Готов. Меня кепка. Пикали. Подшатал. У меня кровотечение. Есть что по перементации? Да есть-то, есть. Так, перемотался, но у меня серый экран. Сейчас я тебе перелью. Давай, это, иди, чувака, залутай того. Он на крыше на основной, прям в углу слева лежит, в конце. Давай, я открываю дверь. Давай, давай. Зашел. Прям сразу ложись. Не вижу чувака. Да, но... я тебе говорю, туда дальше беги. Слева. А, все, увидел. Ложись только сразу. У меня была мощенка. Ты где лежишь? Я сейчас вот спускаюсь, чтобы еще тебя прикрыть. Здесь вон кто-то бегает спереди. Снизу бегает. Вот возле меня слева. Вон кепка побежала. Побежал на тюрьму. Нет, у него репитер. Репитер был? Да, ты ему все задамажил. Нахрен на мишки. Что там есть у него еще что? Да ни хрена нет. Хрень, да, да. На репитер патронов дофига будет. Понятно. Он походу это кого-то там. У него ящик с патронами был. Два ящика на 300 штук. А ты чего этого ты сейчас, которого ты убил? А, тут ты ему заруинил. Да, я ему в тело два раза попал. Так, у него здесь был как раз этот. Прицел. Да? Ну я не знаю, я стрелял ему в туловище. Понял.
Так, ладно, тут ни хрена нету. Зомби на кого? Да это я здесь уже перевалю. Так, я тебя забыл краску скинуть. Здесь вот скину баллончик. Че в этого? Ничего интересного нет, да? А, краска и зеленая. А, она тоже руин. Нет, престижная. Блять, я пить хочу. Опа. Охо, шотган. Шотганчик. Надо только понять, откуда был выстрел. Я, короче, опять наверх полез, то на самый. А, подожди. Я же тебе хотел сделать перелить. Да не, не надо, у меня нормально так. Давай перелью. Пошел... Не надо, я пошел закрою этот. Двери внизу. Смотри. Почему я не слышу, как двери открываются? Все, я закрыл, слушай. Я слышал, сейчас что закрыл. Бля, где-то справа, да, был выстрел, когда мы вот сидели возле окна? Да. А, блядь, я на стерео переключил этот. Звук. У меня теперь звук нормальный стал в Дейзи. Короче, вон там на дороге валяется чувак. Вот этот. Опа! Здесь этот читак появился. Блять, я убил его, и он меня убил, прикинь. Это че, я поднимаюсь? Прям наверху.